читает стихи. Образцовый театр, студия «Веселый ветер». Республика Коми, город Воркута. Рочкина Ксения, 11 лет. Сергей Есенин. Ты меня не любишь, не жалеешь. Разве я немного некрасив? Несмотря в лицо, от страсти млеешь, мне на плечи руки опустив. Молодая, с чувственным оскалом, я с тобой не нежен и не груб. Расскажи мне, сколько ты ласкала, сколько рук ты помнишь, сколько губ. Знаю я, они прошли как тени, не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. Пусть твои полузакрыты очи, и ты думаешь о ком-нибудь другом. Я ведь сам люблю себя не очень, утопая в дальнем, дорогом. Этот пыл не называй судьбой, легкодумно, вспыльчивая связь. Как случайно встретился с тобой, улыбнусь, спокойно взойдясь. Когда с другим по переулку ты пройдешь и болтая про любовь, может быть, я выйду на прогулку и с тобой встретимся мы вновь. Отверну к другому ближе плечи и немножко, наклонившись вниз, ты мне скажешь тихо «Добрый вечер». Я отвечу «Добрый вечер, мисс». И ничто души не потревожит, и ничто ее не бросит в дрожь. Кто любил, уж тот любить не может, кто сгорел, того не подошешь.